В кабинете главного врача поликлиники номер 4 состоялась напряженная встреча обеспокоенных пациентов с руководством учреждения. На повестке дня стоял вопрос о переведении людей на обслуживание в офис врача общей практики. Проект был реализован в рамках государственно-частного партнерства совместно с ВМ-клиник. Место расположения офиса – улица Ефремова, 37. Оказалось крайне неудобным для жителей квартала, особенно для людей старшего поколения. Клиника прекрасная, хорошо, но многие туда просто не в состоянии дойти и не хотят. Здесь у нас столботворения большого нет. Вот, большое спасибо врачам здесь, которые нас принимают, обслуживают. У нас здесь все под рукой. Заместитель главного врача пытался донести мысль до людей о свободе выбора медицинского учреждения. То есть, если удобно, можно остаться в поликлинике номер 4, а если пациент изъявил желание перевестись, достаточно написать заявление. Разумеется, выбор учреждения добровольный. Узкие специалисты так и принимают на прежнем месте, а записываться на прием к терапевту можно и в новой клинике. ВМ-диагностик предложила взять объемы по линии обязательного медицинского страхования и взять к себе население, которое близко относится к ВМ-диагностике. Причем взять они хотели только объемы врачей общей практики. Каждый из вас имеет право выбора идти туда в ВМ-диагностику врачу общей практики или остаться здесь. Недовольство жителей вызвано тем, что предложение о переводе было плохо донесено в информационном плане. Отсутствие собраний и обсуждений спровоцировало много смуты и негатива. Со стороны может показаться, что пациентов просто поставили перед фактом. Я, безусловно, полностью жителей поддерживаю, потому что Сергей Иванович Морозов, губернатор Ульяновской области, ставил задачу, мы ее выполняем, что работа с населением по любым реформам, если население это касается, должна стоять впереди любых действий. Представителям власти нужно будет разобраться в целесообразности перевода в другую клинику. Напомним, городская поликлиника номер 4 обслуживает население Засвиярского района численностью свыше 120 тысяч человек. Для повышения доступности медпомощи были открыты офисы врачей общей практики на улице Ефремова, Шомова и Камышинской, что дало возможность снизить нагрузку на поликлинику почти в два раза. Виктория Шикова, Даниил Сурков, Новости Ульяновской правды.